на первой строке тестирование продукта, да, получение живых отзывов на услуги, продвижение бренда и продажи продукта по услугам. И в то же время достаточно интересно, что не отсутствует, что не присутствует они там по причинам боязни, да, прозрачности, либо отсутствия коммитмента и такого интереса со стороны руководства и, собственно, отсутствия людей, которые могли бы это все продвигать. Но самое интересное, что когда мы провели это исследование, после этого я совершенно случайно наткнулась на другое исследование компании Кон, которая опросила пользователей и спросила у них, как вы думаете, почему компания присутствует в социальных медиа. И вот следующий слайд, вы посмотрите, как совпали причины, да? То есть они совпали просто один к одному, я была поражена. То есть я их даже друг против друга поставила, значит, эти причины. Да? То есть когда мы компании говорят о управлении социальными рисками, потребители говорят о том, что компании должны использовать социальные медиа для решения своих проблем. Тестирование продукта, да, компании должны искать обратную связь в отношении своих продуктов и услуг. Продвижение бренда, компании должны развивать новые пути взаимодействия в потребителе со своим брендом. Продаж продуктов или услуг компании должны маркетироваться. Да? То есть как бы здесь идет достаточно четкое совпадение интересов и потребностей как производителей, так и покупателей, которые встречаются в интернете, в частности, в социальных медиа. Ну и, собственно говоря, я хотела завершить свою презентацию несколькими словами об интернете в целом, потому что когда мы начинали. Что такое интернет? Да, это общение многих, там, где каждый может стать автором, каждый может стать ведущим и так далее. Когда мы начинали здесь свою учебу 30 лет назад, нашей настольной книжкой была вот эта книжка Юрия Петровича Буданцева. Я надеюсь, что она вам все-таки еще знакома. Да, если знакома, то я счастлива за то, что Катя продолжает страницу. И когда я прочитала у него про его описание СМК-1, да, то это мне что-то напомнило, да? Собственно, здесь в системе СМК первобытного общества каждый выделенный высший элемент, человеческий индивид без закрепления за ним какой-то одной внутрисистемной функции. Но здесь нет разделения функций, точно так же, как в производстве первобытной общественной информации, нет разделения функций. Все функции выполняют участники живого естественного действия. Все адресаты и адресанты одновременно. Он написал это про интернет. Ну, собственно говоря, это все, что я хотела сказать. Мне было очень приятно. Я, к сожалению, должна уезжать, потому что я сейчас выступаю буквально через полчаса на конференции стартапов. Это тоже большая маркетинговая конференция, где собираются.